Все подходим к нам. Детки повыше назад, детки пониже вперед. Нам вот, тоже надо. У нас президенты меняются за каждые. За 25 лет у нас сколько президентов, конституция сколько раз менялась. И с этим мы думаем, что действия со стороны мэрии города Бишкек неправомерны, так как они нарушены земельный кодекс, статья 78, часть 2, там указано, что в парке максимум они могут передать на 5 лет частному лицу или юридическому лицу, но никак на 25 лет. У меня 3 внука выросли в этом парке. Вот третий внук растет сейчас. Я вот этот парк помню еще, знаете, когда вот этих деревьев не было. Были вот эти росточки, маленькие росточки. Люди поливали каждый раз и берегли этот участок. А сейчас получается просто так на съедение этим толстосумам опять, чтобы они тут построили свои, извините меня, коттеджи, мотеджи, дома и так далее. Я не против смены арендатора, честно говоря, если он будет вкладываться именно в развитие парка, участка или как зоны отдыха для детей, для взрослых. Я согласна, я еще пойду подпишусь за него. Но я не верю, что он отстоит эту позицию. Я уверена, будет другой арендатор и построится прямо вот на этом месте, я уверена, дом построит. Потому что уже сколько раз говорили про этот участок. Я знаю, что это не первый раз вот эта акция идет. На моей памяти, ну, 3, наверное, точно. 2 отстояли, 3 неизвестно, отстоим или не отстоим.